Книги «Удар президенту». У Витебской областной библиотеки имя Ленина презентовали уникальный выставочный проект. В экспозиции 50 выданий из особистого фонда президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Гэтыя книги подарили керовнику краины лидеры інших держав, громадские и культурные деячи. У витринах разместились экспонаты из Китая, России, Бразилии, Беларуси. Уникальность выданиям надают покинутые у их авто и даровные надписи. Вот эти вот книжные сокровища президент передал в президентскую библиотеку. Для того, чтобы граждане нашей страны увидели вот эти подарки, организовали вот такой вот выставочный проект по регионам из этих вот подаренных книг. И такие выставки презентовались уже в Национальной библиотеке Беларуси, в Могилеве. Книги, в общем-то, сами по себе представляют интерес в плане полиграфии, в плане содержания и в плане даже вот какого-то эстетического и художественного оформления. В экспозиции представлены книги, которые можно условно разделить на несколько тематических блоков. Один из тех, который представлен наиболее ярко, это блок, посвященный культуре и искусству. Хочется отметить уникальность изданий из Китая, которые рассказывают про культуру, про географию, про природу этой страны. Также есть книги с дарственными надписями, когда авторы презентуют свои издания в подарок главе государства. Это издание, например, с подписью Николая Чергенца, Шармиля Тарпищева, Геннадия Зюганова. Проект книги «Удар президенту» ярко адлюстровывая разностайность и значность международных дипломатичных относин суверенной Беларуси. Ознайомиться с экспозицией у областной библиотеки имя Ленина можно до 25 листопада.